Так, всем успеха желает Максим Вехов. Сегодня буду снимать документальный фильм, как я снимаю, как я монтирую, как я обрабатываю, как я улучшаю качество аудиозвука доступными программами. И вы сможете увидеть, как я вот, например, свадьбы у меня тут нет сейчас в наличии. Свадьбы снимаю, вот тоже так вот снимаю свадьбы на камеру. Так, для, так сказать, лучшего, чтобы скучно не было, включу свою музычку. Более-менее полегче. Выбрал вот одноименный альбом. Вот, можете увидеть. Диск вышел на московском лейбле. Реклама. Еще раз реклама, да. Вот диск, вот я. Вот сейчас мы его поставим и включим. Так, это всегда. Одно другому не мешает. Когда надо, звук выключу и все. Видео сегодня пробежку свою. Качество, на телефон снимал. Ну это я на телефон снимал, понятно. Так я снимаю на эту. Через ступеньку я. Можно назад спуститься. Вот качество звука какое, слышите? Сейчас я его буду улучшать. Для этого я беру, например, вот такую другу. Wave. Формат Wave. Вот, настраиваю его. 1311 килобит в секунду. Так, вот раз. Бац. Опа, готово. Килобит в секунду. Опа. Вот бац. Сейчас послушаем, как оно звучит. Ну, это извлек аудиодорожку с видео. Вот, ну, качество, конечно, все равно тихое. Для этого я беру программу другую и в нее закидываю вот такое.
дела. Вот, раз. Вот, я улучшил качество. Не отлеги. Как можно в подъезде мокрым под дождем. Вот, сейчас мы эффекты сделаем. Сейчас, значит, что надо? Удаление шума. Шум удалим. Создать модель шума. А, ну это можно не здесь делать. Ладно, это мы сделаем. Удаление щелчков и треска. Вот, это надо сделать. Тут щелчки и треск присутствуют. Сейчас мы это сделаем. Опа. Всем привет. О! Всем привет. Сегодня я не гляю по утрам. Просто там дождь. Я решил выспаться. Мне посетило не аллергия. Как можно в подъезде в мокром под дождем позаниматься. Вот там. Конечно, лучше проделать часов 5, когда все соседи спят. Качество звука отличное. Сейчас я это экспортирую. Экспорт. Ну, в принципе, можно его заменить. Нафиг тут нужен. Так, исполнитель Макс. Ну, тут можно что угодно назвать. Вот. Макс, 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 все Макс. Вот 2017 год. Вот, все, готово. Ну, там он называет Cyber Max Digital, все такое. Digital Max Cinema. Вот, готово, сохранил. Все. А, оно его это. Я понял, так. Ну, сейчас как-то обзовем его, например, там. Так. А, что-то не получилось оно, падла, блин. Ладно, сейчас. Так, на камеру никогда не снимал. Так, берем и по новой сделаем, ничего страшного. Так, вот, значит. Вот я беру этот файл. Сюда закидываю. Вот качество звука какое. Тихо, да? Вот его. Беговая дорожка. Это я для себя. Я ничего. Я еще не хожу. Спортзал. Так, вот. Опа.
сейчас удаление щелчкового треста и треска сделаем. Всем привет. Всем привет. Часов 5, когда все соседи спят. Эксплуатируем это дело. Так, New. Его назовем New, чтобы не было никаких проблем дурацких. Не ладно. Как его там назад. Вот, годится, да? Вот сделали. Вот new. Так, и теперь открываем другую программу. Это целый процесс. Вот тут многие, вот у меня свадьба стоит, чтобы снять свадьбу, 2000. Вот посчитайте сами. 200 гривен на такси, да? Ну туда. 100 гривен на такси, назад 100 гривен на такси, а если далеко ехать, так и все 300 гривен на такси. Это ж я за свой счет буду ехать, что буду свои деньги палить. Это ж вы мне должны как бы, ну, заплатить за дорогу или как, или заехать за мной. Как, это ж ничего себе, это сейчас куча денег. Вот, потом это камера денег стоит, на которую вот снимаю. Аккумуляторы к ней, зарядное устройство, это все деньги. Вот, работа потом, вот снимать монтаж, это тоже надо уметь. Вот хочу вам привести такой пример классный, анекдот такой про Пикассо. Слышали такой художник Пикассо? Вот, вот. И гулял Пикассо по городу и встретила девушка. Увидел, говорит, ой, Пикассо, Пикассо, я ваша поклонница, нарисуйте мне картину. Дала ему ручку, бумагу, он нарисовал за 30 секунд, там, ну, за 50, не знаю сколько, за 30 секунд, по-моему, нарисовал. Говорит, она такая, о, какая красота, как красиво, забирает и уходит. Он говорит, девушка, подождите, это будет стоить $1,000,000. Вот, это вот вы, это я, получается, говорю, ну, свадьба будет стоить от 2000. Вы такая, а что так дорого, $1,000,000 за это самое, за 30 секунд нарисовали. Он говорит, нет, девушка, подождите, чтобы это нарисовать за 30 лет, ой, за 30 секунд мне ушло 30 лет упорной работы, чтобы я достиг такого уровня, чтобы это получается, человек, чтобы за 30 секунд смог нарисовать это самое искусство. Вот так точно и здесь. Поняли? То же самое и здесь. Все точно так же. Ничего нового. Вот. Видите, какой-то процесс сложный. Сейчас здесь шум поубираем нафиг. Это очень важный процесс. Это кажется, раз, два и типа и сделал. Сейчас. Такого не бывает. Вот, шум убрали. Счет резки. Удаление щелчков. Треска уберем. Нафиг он нужен тут. Это все излишнее. Так что тут это целое дело. Ресурсы, электричество, мое личное время. То получается, я у вас на свадьбе, например, там целый день снимаю,
ловлю самые моменты. Это ж надо уметь. Я умею ловить моменты. Можете на мой, ну, в принципе, на моем канале будет размещено видео. Вы увидите. Я хочу лайк, я не умею по утрам. Там дождь. Я решил выспаться. О, отличное качество. Все, можно сохранить. Назовем его Супер Нил. Супер Нил. Все. Годится. Это уже конечный аудиопродукт. Это уже качественно почищено. Все шумы уничтожены. Все. Можно спокойно. Все. Ну, это для меня так легко. А вам это, блин... Это я помню, когда-то давно, лет 5, наверное, делал памятники, ну, на кладбище. И мне там человек увидел и думает, да, говорит, а сколько памятник стоит? Я говорю, да, вот сколько он стоил тогда. Тогда доллар был 1,5, там что-то 1,8. А памятник стоил, получается, где-то 10-12 долларов. Он думает, да, говорит, я, говорит, сам типа сделаю. Потом, из этого, как его, из щебня или что-то там. Я говорю, а, ну пожалуйста. Потом через месяц приходит, заказывает. Я говорю, а что, что такое? Да, говорит, столько времени убил, говорит, на это дело ничего не получилось. И там, короче, он думал, из щебня, что мы из щебня делаем. А мы же делали там из мраморной крошки. Это дробление, шлифование, это целое дело. То есть он увидел, что я типа быстро все так делаю. Но это ж опыт у меня пришел. Я вообще чувак способный. У меня мышление не такое, как у многих. Я быстро делаю всякие моменты в жизни. Так что... Вот, и пришел, заказал памятник. А куда ему деваться? Придумал тут, типа, та, типа, чувак говорит, та, что я говорю, я, говорит, сам сделаю, ну, делайте. Насмешил тут. Так что это дело не так уж и легкое, как кажется на первый взгляд. На самом деле это очень все сложно. Ну, для меня это легко. Так. А аудио где взять, тоже не помню. А вот аудио. Даже забыл, как тайпорой пользоваться. Вот так. А это мы сейчас... Надо же его перевернуть, я уже забыл, как его переворачивать. А, ну это, в принципе, можно так оставить. Так. Видите, тут видео боком я снимал уже как-то так. Ну, короче, так получилось. А тут будет на исходном. Исходный файл будет уже с нормальным этим самым звуком. Звуком и видео нормальное будет. Все, поехали. Конвертирование пошло. Ну, это процесс долгий, вот и о чем я говорю. Это долго-долго все это ресурсы кушает компьютер. Мое личное время, ну что же денег стоит, реально? Если же получается я свое время инвестирую, так сказать, на ваши, на вас. К примеру. Вот. Так что, ну, снимать пока я не буду. Что же, ну, долго, ну, будет долго очень. Потом встретимся с вами. Монтаж сделаю. Итак, практически уже сделал я конвертацию. Вот, можно
посмотреть, сколько минут заняло. Сколько это заняло минут? Полчаса заняло минут. Вот это можно удалить. Все, вот я его. Вот он, смотрите, файл весил 40 метров и 8, 44 метра аудиодорожка, а конечный продукт весит 116 метров. Я его сделал в MP4. Вот, проверенный способ сказать лени нет, успех гарантирован. Вот как называется данный видеоролик. Вот он уже готовый. И я его сейчас скину себе в базу готово к публикации. Вот оно раз. Все. Так, сейчас мы его посмотрим. Это комп древний тоже. А, не Ну, хоть я с таким, правда, не сталкивался. Качество плохое, потому что я снимал на телефон. Там 0,3 этих самых, как его. мегапикселя, конечно. Тут как ни крути, улучшить никак не получится. Это ж это селфи получается. А, телефон покруче. Ну, вот. Сейчас я попробую этот файл. Все-таки его ж надо как-то сделать, то можно сказать, не совсем конечный продукт, но сейчас я буду попытаюсь его перевернуть, как мне надо. Перевернуть его, не помню, в какой программе это делать. Вот в AVI, например, да? AVI это отличный формат. Так. IV. Так, свет выключил, пускай горит свет. Свет пускай горит. Сейчас мы это сделаем. Так, сейчас мы будем пробовать. Тут, что тут у нас? Битрейт сделаем 320 килобит, чтобы звук был нормальный. Поворот. Поворота что нет, а как поворот? Слева вправо. А ну-ка. А это я сделал, сейчас мы тут посмотрим, как оно будет. Всем привет. Всем хорошо, привет. Сегодня я не бегаю по утрам. Просто там дождь. Сегодня я решил выспаться. Но по себе не аллергия. Как можно в кабинете? В
боком подлечь дома. Позаниматься спортом. Конечно, лучше ходить. Что-то я не понял, а что он 3 минуты всего? Ну-ка. Вот как это доработает, видите, как. Целое дело, блин. А что 3 минуты всего? Чё? Странно. Должно быть, сука, в оригинале 4 минуты. Ну, в этой программе, значит что-то ошибочка какая-то произошла. Видите? Значит, сейчас откроем другую программу. У меня их много. Вот. Так что это целая работа. Целая адская работа. О, ну, надо еще знать, что открывать, чем открывать. Что оно непонятно. Почему 4. Должно быть 4 минуты с чем-то, а оно 3 минуты почему-то. Непорядочек. А, ну да, пробная версия. Урезала, получается. Ну, надо покупать программу. А, ну, в принципе, у меня тут нормально сейчас будет все. Вот, берем видео. Вот, видео. Бац. Вот, смотрите, оно весит 4 минуты, да? Поняли? 4.26. И тут его можно, по-моему, это перевернуть. Повернуть на 90 градусов. Вот, сейчас повернем. О! Все, готово. Я гений. Вот. Вот. Чувствуете звук какой галимый? Так. Звук сейчас добавим. Звук. Сейчас мы добавим сюда звук. Вот, супер нил. Бац. И теперь это все будет звучать с красивым звуком нормальным. Качественным. Опа, называем. И получается вот так. Всем привет. О! Всем привет. Сегодня я не бегаю, а утром. Понял. Я решил выспаться. Все, звук отличный. Нажимаю и конвертация. Ну, этот файл, видите, 50 минут будет. Ой, 50 метров будет весить. Ну, это займет где-то минут 10 конвертации, может быть, где-то так. В следующем. Так, продолжаем. Наш документальный фильм, как я снимаю. Как это называется? Смотри. Монтаж аудио и видео. Вот, конвертация завершена. Это заняло 3 минуты 10 секунд. Да? Все, процесс завершен. Вот, все это можно чик-чик
И вот так, чик. Так что это не годится. Вот, это весит. Вот, 4.26. Ну, качество звука 256 килобит в секунду. Размер 480 на 720. Размер 47 метров. Ну, это же я снимаю для себя. Я же не снимаю для вас. Вот. Привет, привет. Привет. Так, давайте сейчас посмотрим, что вот одной программой получилось сделать. Ну, там, да, пробная версия галимая. Вот. Боком что-то. Привет, привет. И не полностью. И не полностью. 3 минуты. Нафиг это. Этот не годится. Так, а это сюда на его место закидываем. Нормально, 4 минуты. Все как полагается. Это нафиг. Он немного весит, и толку от этой программы особо нету. Ну, именно пробная версия. Так. Сейчас мы включим, как было. Исходный файл. Вот, исходный файл с телефона. Вот, смотрите, исходный файл. Исходный файл был вот такой. Видите? Вот снова я. Ну, куда? В таком времени. Бежать. Так, видите, как? Без своего дома. Все, я уже дома. Подписывайтесь на канал. Мне интересны идеи. Вот как. Видите, звук какой? Вот у меня заняло 3 минуты 16 секунд вместе с болтанью с вами. Я всех же от Максима Лехова. Black Metal. Вот, видите, это качество исходника. А это качество уже конечного продукта. Всем привет. Нет. Сегодня я не бегаю по утрам, просто там душно. Я решил выспаться. У меня посетила не аллергия. Как можно в подъезде, не мог подождать дома, позаниматься спортом. Конечно, лучше это делать часов 5, когда все соседи спят.
еще и ступень купил. Вот. Ну, уже надо спуститься так же. Качество звука я могу улучшить, а если исходное качество видео плохое, то понятное дело, что никак его особо не улучшишь. То есть, а если его улучшать, то это стоит столько денег, что клип снять или концерт, или видео в плохом качестве, это смысла нет. Лучше снимать на камеру. Вот камеру, на которую я сейчас снимаю, видите, какое качество отличное. Качество отличное, можно сказать. Все видно. А чтобы сделать монтаж со звуком, это целое дело, как вы понимаете. То есть, если, ну, то есть, я снимаю на качественную камеру, это мое портфолио, можно сказать, документальный фильм о том, как я снимаю и делаю монтаж видео, аудио. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заказывайте у меня услуги по видеосъемке. Видеосъемку сниму качественно. Кстати, я на бесплатке разместил объявление. Профессиональная видеосъемка называется. Ну, там написано профессиональная фото-видеосъемка. Ну, фотосъемка, это я раньше занимался. Пробовал заниматься. Ну, понял, что лучше мне видеосъемкой заниматься. Потому что фотосъемкой мне заниматься... Фотосъемкой заниматься нет, скажем, супер-пупер... Black Man. Профессионального оборудования надо иметь. Так, все. Всем успехов желает Максим Вехов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот, покупайте компакт-диск. Вот, аудиодиск вышел на московском лейбле. Психоделик музыка. Вот. Я хожу в такой футболочке. Вот диск. Все. Всем успехов желает Максим Вехов. Пока-пока. Кстати, сейчас же я буду монтировать этот фильм документальный, и также буду вырезать аудиодорожку, улучшать ее, и также буду монтировать потом с видео все файлы. Так что это процесс такой, даже вот этот фильм я буду снимать так, чтобы он вам и слышно было все, ну видно оно и так понятно, видно отлично, а вот аудиодорожку надо на ней поработать. Ну, вырезать я ничего не буду, там шумы там всякие, ну, имел в виду шумы в плане. Тут и так качество звука отличное, я дома нахожусь, а не в подъезде. Хотя, может быть, и вырежу, посмотрим. Если будут шумы, треск, вырежу все. Все, всем успеха желает Максим Вехов. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Заказывайте у меня видеоуслуги, снимаю свадьбы. Мероприятия, то есть презентации могу снимать со качественным звуком, и клипы снимаю, концерты снимаю, да, так что все классно. Пока-пока.